В вопросах возведения жилья важно комплексно подходить к освоению территории. Параллельно с жилыми домами должна появляться и социальная инфраструктура. Об этом на заседании городского штаба по строительству заявил спикер Думы Сургута Максим Слепов. Он напомнил о ранее достигнутых договоренностях в этом вопросе. Мы с вами начинаем развитие нового района Марьина гора. Большой. Вот в следующем году у нас предстоит сдача порядка 40 тысяч квадратных метров жилья. Я просто хочу напомнить, вот нигде этого не услышал, мы говорили неоднократно о строительстве школ, мы говорим о развитии подвода дорог к этим микрорайонам, но у нас был акцент сделан в рамках предвыборной кампании на формирование во встроенно-пристроенных помещениях первичного звена здравоохранения, то есть поликлиники.